является ли данное число перевертышем? Что для этого нужно сделать? Нина, пожалуйста. Первую и последнюю цифру. Сравнить, да? Первую и третью цифру в данном числе. Ученикам второй школы стало намного проще и удобнее заниматься на уроке информатики, а также принимать участие в различных олимпиадах. Еще в начале учебного года их класс информатики пополнился новыми ноутбуками. К слову, ранее учеников приходилось делить на две подгруппы из-за нехватки компьютеров. И пока одна половина класса трудилась на уроке информатики, другая в это время изучала иностранный язык. Очень удобно, когда класс не делится, вот, например, 11 класс, 22 человека, и каждый может индивидуально работать. Также у нас недавно прошел школьный этап олимпиад. Большой охват был ребят, вот 80% должны принять участие в каждой олимпиаде. И, конечно, компьютеров не хватает. Поэтому вот здесь вот выручили нас ноутбуки. То есть большое количество ребят смогли принять участие в олимпиаде. 34 ноутбука в школу поступили еще летом текущего года. И с 1 сентября ученики с 5 по 11 класс усердно за ними трудятся. Данное приобретение стало возможным благодаря национальному проекту образования. На базе школы был развернут свой подпроект на цифровой образовательный контент. В рамках нацпроекта получили ноутбуки, МФУ. Технические характеристики нас устраивают. Используем в работе. В рамках Всероссийской олимпиады школьников в школьный этап принимали уже участие, да, это 6 предметов, которые были в дистанционном формате. По мнению детей, задания, конечно, намного легче было выполнять, но практически вот используем в работе. Всероссийские проверочные работы в этом году полностью запустили, ну, исключая основные предметы, полностью запустили в онлайн-формате. Кроме этого, в рамках данного нацпроекта школа обзавелась новеньким многофункциональным устройством, которое совмещает в себе функции принтера, сканера, факса и копировального аппарата. Кристина Кущ, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.